Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбачье Удовольствие. Меня зовут Роман, я из города Героя Мурманск. Сегодня мы опять находимся в Териберке, в нашей любимой. Вот. Скорее всего, сегодня мы закрываем сезон, потому что дальше уже идут ветра, и выход уже будет такой невозможный, грубо говоря. Сегодня может быть... Да не может быть, наверное, точно будем закрывать сезон морской рыбалки, но обязательно съездим еще обкатать мотор по пресной воде и, как сказать, промыть его. Вот. Все, что будет в этом видео, смотрите, также будет розыгрыш, как обычно, в этом видео, как уже пошло. Так что давайте, дерзайте, смотрите. Дельфинчики по пути. Да, не дельфин. А, чайки? Не, это чайки. Куда-то убежали они. Они это здесь прыгают. Такая хорошая. Вот. Чайка такая хорошая была. Так. Че, товарищ? Дружище наш подошел. Здорово. Да рыбы нету, нужно идти на берег. Обрадовал. Через магазин и... На третьи сутки оставаться? Да нет, надо найти трезвого водителя. Уже таких нет. Вот здесь вот снять. Слышь ты, хватает, сиди. Колясик, с тебя косарь первый. Все, колясик. За первую рыбку надо соточку наркомовских бабахнуть. Почему мне? На нуле стоит, нет? Видел, сколько плюс? Да, вон смотри, какая огромная медузка. Деревни коровы, блин, нафиг плюшки оставляют. Хорошая такая. Забирай домой. Китайцы бы сожрали бы ее. Не знаю. Наживка. Наживка. Маленькая. Ну за пунду хапнула, как взрослая. Ай, ладно. Сковородочная. Опа, опа. Мелкая трясочка. Опа. Да, это еле висит уже. И отправляем пундочку за новой порцией. Да, Николай? Я не вижу. Вилли где-то здесь бегает. Я же говорю, мелочь какая-то. Так, Николай, мы с тобой здесь перехлестнулись. Я ее держу. Опа, все. Треска вообще мелкая какая-то. Треска, не треска. Опа. Ой. Молочная трясочка. Молочная. Так, ну что? Вилли ближе к берегу убежал. Да, с одной. Но на верхний перчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, кушать хотела. Ну что ж ты ж.
Здесь рыбы нет. Пойдем. Ой! К Берентосу. Он говорит, у нее там 700 метров глубина, и рыба клюет. Что-то Николай там тянет такое. Палтуса? Или Валеру? Краб Валера? Не, за бочинку. Маленькая. Или недалеко стоит. Что же ты там такое? Знаю, тянешь, потянешь. Хорошо дергается? Хорошо дергается? Это да. О, побелело. Ё-моё. Хорошо. Это весна. Что хорошо дергался. Вот это пасть. Сейчас я его возьму красиво. Надо запечатлеть. Это момент умора. Вот это вот. Поросенок. Я весной такую не ловил. Так, ну чё, ставочка сколько? Сколько весит? Я думал, килограмм 7 такая. Давай, Николай! Ну, давай выше подумай. Сколько? 9 300. Хорошо, Машка. 10 800. Отлично. 10 800. Это мой вес. Топовая 16, десятка по осени, тоже неплохо. Замечательный экземплярчик. Хороший, душевный экземпляр. Так, Коль, убери эту сумочку. Такая хорошенькая. В этом сезоне это в моей лодке первая такая хорошая рыбина. Не, 5 килограмм, 6, такие, такие маловастая такая. Че, убежала что ли? Убежала. А это вот такая хорошая. Николай тут разделывает. Карася такого. 10 килограммового. Опять печень еще что? Эй! Что творить-то, посмотри. Собака дикая. Еще кучка. О, еще кусок печени. Крабикам на корм. Еще куда я закарабанил? Да. Так. Ой. Глубина 160 метров. Рыба клюет. Клюет неактивно. Осталось 6 метров, 5. Иди ко мне, моя родимая. У меня какая-то вообще фигня, мелочь идет. Ай, пикша, 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 пикша. Ага. А у Николая. А у Николая. А у Николая, как обычно, пикша. Пикша. Вилли, Вилли промчался. Ближе к берегу пошли. И 140-160 метров как бы с
снос неплохой. И, соответственно, рыба не особо клюет. Пошли под берег, может там что мелочь, но клевало. Ой, окушочек вот такой маленький. Ой, собака, ну колючий. Что там, все уже подошло. Глубина 60 метров. Опа, еще один. Даже две. Дуплетик. Так. Еще один окушок. И там что-то. Пикша-микша. Песочка. О, мелкая сковородочная. За новым окушком. Давай, давай. Ну парочка есть уже. Завялить. Окунь вяленый вкусный. Ой. Так. Краб Валера, наверное. Не. Сайда. Сайда. Причем хорошенькая такая. Да. И вторую сайду я достал. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нам нужен окунь. А лучше палтус. Палтус не такой. Палтус не такой. На 90 килограмм, как Леха тревога выловил. С таким мучиться долго. Ой, рыбы. Совсем мало. Время 12:30, без 20. Час. Три. Погода позволяет. Три окушка. Да, минус одна пунда. Минус одна пунда. И у меня сорвалось что-то. Николай тащит. Ну, три окушка-то такие мелкие, как раз их как раз и глубина 90 метров. Ну, а перебежать опять на 60, наверное. Так. Что там, 11 метров остается? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, Николай, тебя еще цапнул. Так, давай я рыбу вытащу. Убежала, что ли? Не, что-то висит. Пикша. Время 15:05. Осталось пару часиков рыбачить. Короче, сезон как-то закрывается не особо хорошо. Окушок есть. Сколько там? 4-5 штучек поймали окуней. Пикша, сайда. Кабанчик такой на десятку. Ой. Так что. Да. Пикша? Пикша, ну это обыкновенный, отпускай. Когда...
ко мне. Опа. За бочинку. Опа. Так, рыбку поймали, и следующее. В принципе, у нас уже подходит рыбалка ближе к такому завершающему концу. Что хотел сказать для самых внимательных зрителей моего канала. Опять же, 200 рублей разыгрываю. Положу, точнее, на телефон, но, как обычно, по старой схеме. Тому, кто первый напишет в комментариях под этим видео в группе «Рыбачьте в удовольствие». Что? Большая треска. Вот, сразу, без вопросов. Так что давайте, дерзайте, смотрите. Ну что, друзья, мне кажется, подошло у нас... рыбалка к концу своему. Сезон тресковой рыбалки тоже считаю закрытым. Бонусом у нас вот такая вот мамка на 10 800 попалась. Это с 5 штучек окушков сайда. Рыбы в принципе мало, она мелковатая. Будем ждать весны 2022 года уже, чтоб там ставить новые рекорды по треске. Вот. В принципе, стартуем мы домой уже. Сейчас Николай у нас последнюю рыбку пытается выловить. Да. Навигация закрывается, в принципе, через недельку, но всю неделю будет дуть хороший ветер. И выйти не получится. Поедем. Следующее видео будем снимать уже. Поедем на водохранилище. Промывать мотор. Лодку мыть от соли, от всего. Вот. Короче, погнали мы домой. Что, друзья? В принципе, наш сезон закончился. Тресковой рыбалки в этом году уже хорошо. Этот сезон закрыли на даже замечательно. Уже все загрузили. Лодку, мотор, поехали домой. Вилли остается еще здесь у нас на сутки. Он уже вторые сутки сегодня ходил. Вот. Результатом недоволен. Говорит, пойду завтра еще рыбалить буду. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рыбачьего удовольствия. Пишите комментарии. Всем пока.